Омские волонтеры вместо чиновников провели елку для детей из малообеспеченных и многодетных семей Октябрьского округа. Члены общественной организации «Семейный очаг» сами шили костюмы, в которых выступили, собрали деньги на сладкие подарки. Получилось не хуже, чем на праздниках, которые проводят за счет бюджета. Тем, кто не смог прийти, презенты доставят на дом. Вероятно, для некоторых семей это станет единственной возможностью поздравить своих детей. В областном правительстве пока не нашли средства на проведение благотворительного утренника для многодетных семей.